Не, эту фигню я брать не буду. Блин, аптечек. То так было до хрена, то так теперь нету ни хрена. Где-то были аптечки. Ну ладно, пойдем дальше. Авось встретим еще. Я имею в виду, аптечки попадутся. О, 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 о. Фак. Ну иди сюда. Где-то тут ты за ящиками спрятался, падла. По-моему, упал. Да. Я хочу туда, там есть штука, которая восстанавливает, в смысле, усиливает наше замедление. Говорю, попадутся аптечки. Ага, попались аптечки и целая гора народу. Чуть было не пропустил. Чуть было опять не пропустил, я ее увидел. Да-да-да. Так, второй этаж. Что-то там сверкнуло красненьким. Мне уже всюду мерещится непрочитанные сообщения. А где? Не надо! Что у вас там происходит? Я туда не пойду, пока не выветрится вот все вот это вот. Всем укрытие! Тем более там еще кто-то есть. Он уже там. Где-то. Куда мне идти? Матрица. Один остался. А где ты? Такой красивый. А? Опять дают эту фигурину. А вот это я возьму, да. Это я обязательно возьму. Так, скорее всего, вот он, да, да. Видит он, понимаешь ли. Блин, а почему я здесь не могу пройти? Здесь же броня. Ня-ня-ня. Так, давайте сохранимся на всякий-всякий пожарный, мать его, случай. Ну, о.
Ух ты. А ну-ка ловите, падлы. А что у меня еще есть? Есть вот такая фиговина, есть вот такая фиговина. Вижу цель! А ну-ка покажи головку, падла. Сдохло? Да вроде того. А, ну у меня кончились патроны вообще-то под эту пушку. Надо бы на что-нибудь сменить. О, ты твою мать, действительно. Ой, ёпт. Отходим. Еще один такой же тварь. Что-то вас тут много. Гранаты. Тихо мне. Найти бы тебя. Вот он. Твою мать. Бежим. Братюнь. Как-то не очень. Иди сюда, падла такая. Иди сюда, у меня для тебя есть кое-что. Блин, на него 3 выстрела надо. Это при том, что я в него высадил 3 гранаты. Так, вместо вот снайперки я, пожалуй, вот эту вот штуку возьму все-таки. Вместо этой снайперки, да. Потому что что-то как-то не встречается эта пушка в последнее время. Не может быть. То, что надо. Спасибо. Вы настоящая публика. Отличная, вернее, публика. Так, птичка. Пулеметик. Больше вроде ничего. Музыка просто на такой лад настраивает прямо. Стрелять, стрелять, идти, стрелять, идти. Убьют. Музыка затихла. И насрать на него, на этого вашего штурмовика. Блин, не зря я патроны берег до этой пухи. Ну тут вообще что-то жестко. Ой! Я слышал. Откройте его! Норм? Норм. О! Ой. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Патроны.
для такой-то пухи. Это же просто прелесть, это же просто праздник какой-то. Рождество, Новый год и все в одном флаконе. Так, вопрос. А, ну вот это я возьму, конечно. Я даже, знаете, даже полечусь. Ты не один из них. Я уж боялась, что меня никто не спасет. Слава богу, она в норме. Ой, какая-то страшная нахрен. Я, подожди, я вот это вот возьму сначала. И чё? Алло? Мисс Уэйк, мы собираемся вытащить вас отсюда, но вам придется побегать. Мне нужно к отцу. Где он? На каком-то секретном объекте. У него даже адреса нет, только координаты. Ходы туда замаскированы, но я знаю, как их искать. Похоже, эти данные я уже видел. Давайте по порядку. Сперва на крышу. Вертушка уже близко. Вы имеете в виду вертолет? А может, лучше на машине? Она там, внизу, в гараже. Вы что, боитесь летать? Да. Поверьте, так будет безопаснее. Убедили. Что-то ты легко сдалась. Быстрее, надо забрать отца. Два новых сообщения. Первое сообщение. Чего? Хадигер, мы встретимся. Харлан, это Хадигер. Слушай, я прекрасно тебя понимаю, но у нас нет выбора. Саркофаг нужно уничтожить. Ты знаешь как. Если ты не хочешь делать это ради нас, подумай о своей дочери. Следующее сообщение. Фил Викиум. Харлан, ты был прав. Эта долбанутая сучка решила взорвать все к чертовой матери. Похоже, она окончательно съехала с катушек. В общем, с меня хватит, я улетаю на Таити. Буду валяться на пляже и пить коктейли, пока не утихнет вся эта шумиха. До встречи, приятель. Сообщений больше нет. Молодец. Я тоже хочу на Таити. А че ты на меня так смотришь? Нет, тебя я на Таити не возьму, ты страшная. Так, а куда идти? Это вопрос. Придется где-то побегать. Куда именно? О! Ну вот, вопрос сам собой и отпал. Если здесь есть солдаты, значит, нам сюда. Ты откуда ты взялся такой? А, контрольная точка. Реально, значит, я иду правильной дорогой нафиг, товарищ. Вот и я про то же. Какой кошмар, бляха-муха. Вашу мать. Все чисто. Вижу цель. Укрытие. Ой, у меня нету гранаток. Печально. Придется как бы... Ну, там был плохой обзор. Я прорвался уже. Требуется поддержка. Элис, ты куда лезешь? Не видишь, тут как бы типа немножко постреливают. Я
просто смотрю. А может быть тут еще есть, а вот тут ничего нет. Так, вот это наш, похоже, билет отсюда. Отлично. Погнали. Элис. Может, хватит дурака валять? В смысле? Да нет, ты все равно страшно. А почему горят все этажи? Кто-то нажимает на кнопки вызова. Внимание! Так закрывай. Доложите обстановку. Фига себе, блин. Встречают просто. Ну, еще раз. Рабит кончился. Но я даже еще даже одну аптечку потрачу. Паршиво. Как паршиво-то. Кончились патроны для вот этой пухи. Так, я возьму вот эту пуху. Тогда. Что такое? Свет отключили. Ну. Похоже. Я подожду. Ну подожди. Черт, музыка. Мне нравится. Ой, альмочка, чка-чка. Сейчас альмочка все сделает Селис. Надеюсь, говорит, эту девочку никто не съел. Вот. Все. Теперь уже точно съели. Так, что там? А, понятно, мне надо по лесенке. И меня тут даже закрыли. Типа, как бы... Ни в коем случае, падла, не вздумай вернуться. Я думаю, может, под лестницу еще положили, нет? Ладно, пошли. Блин, обидно, что у меня для пулемета нету патронов вообще. Мне придется этим иглометом пользоваться, а я не очень-то его люблю. Проверить! Понял! О, птичка вроде нормально. О, патроны. А у тебя что было, братень? Или у тебя тоже было, то же самое было? Так, 15-й. Блин, музыка, конечно. Отряд в укрытие!
Еще аптечечку. Хорошо, я вот этот угостил. Ну, вроде это подъем на крышу. Шу-шу-шу, крышу-шу. Блин, 6 аптечек. 6 аптечек это немного. Так, здесь все заблокировано. Но я вижу уже, что здесь разрабы заботливо поставили тут ящики, по которым можно лазить в канализейшн. В смысле в вентилейшн. Ау. Полет. По мусоропроводу. Вот ты где. Куда ты пропал? Я помню только, что в лифте погас свет, а потом я очнулась на верхнем этаже, а тебя нет. А тебя съели, да? В смысле, тебя не съели, да? О боже! Хватит! Я не могу ждать! Папа в опасности! С вашим отцом все будет в порядке, а вот вы сами в опасности. Ну да. Простите! Мисс Уэльс! Черт, вот тут, зачем она думает? Нет уж. А можно как-то вот, чтобы я... Блин. А, во. Мне открыли дверь. Спасибо. Народ тут есть? Ой, да много. Нифига не вижу. Надо спрятаться. Меня зацепило! Группа укрытия! Давайте, покажитесь. А я подожду, когда у меня рапид восстановится. Так, у меня кончились патроны на этой пухе, зато у меня есть патроны на этой пухе. Просто вот эту пуху хочется поэкономить на всякий случай. Хотя можно и не экономить. Особо так. Раз. Два. Три. Все. Ну да. И всего делов. Подожди, а сколько у тебя пушки, патронов? Ну, в принципе, еще достаточно. Так, я так понимаю, что папа в опасности, надо забаррикадировать дверь, чтобы единственный, кто может тебе помочь, не смог войти. Ага. Правильно. Женская логика. Хотя это не женская нифига логика, это логика тупых голливудских фильмов.
Добро пожаловать в компанию Arma Health Technology. Посетители допускаются только в сопровождении персонала. Так, здесь была. Ага. Вот здесь вот должен был приземлиться самолетик. Вертолетик. В натуре закрой дверь. Закрой дверь, говорю. Нет никого дома, короче. Они придут, постучатся, уйдут. Вот. Да я вижу тебя. Ох, блин. Ох, ох, мать. Ох, мать, мать, мать. Хорошо, хорошо. Автосохранение, контрольная точка, наверное, да? Ну да. Найти Элис Уэйт и подготовить виртуальную площадку для ее эвакуации. Ага. Так, что у меня есть из гранат? Мины. Ага. Короче, ничего нету. Так, будем кемперить. А где еще? Вперед, не упустите! Все? Блин, зачетная пуха. Очень зачетная пуха. Но, по-моему, у меня на нее патроны кончаются. У меня просто не видно, у меня тут этот значок записи, где патроны показаны, сколько осталось. У меня тут закрывается значком записи. Поэтому я вижу только сколько в рожке патронов, а сколько у меня в запасе рожков. Не вижу. Ну, в смысле, не в рожке, в магазине. Да-да-да. Так, ну что, прыгать, что ли? Интересно, как балкончик прямо. Ни одной двери. Зацените. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Здесь нет, здесь. Ах, во. Вот оно где. Я думал, прыгать. А я прыгнул. А мне чё? Приехали, да? Приехали. Странно, что нет этого здорового. Тут бы он как раз бы... Блин, может дробаш взять? А, вместо вот... Вот этой вот фигни можно дробаш-то и взять, по идее. Он, конечно, не очень, но на безрыбье, блин, и рак рыба. Так, так, ага. Блин, там точно нет ничего. Почему под лестницей ничего не прячут?
Такое укромное место, вот, вот. Так и хочется туда заглянуть. А там нет нифига. Блин, какой же здоровенный комплекс этот Армахем. Так, здесь что-то какое-то есть. Тут никто меня не ждет. Ой, что меня тут ждет? Какая прелесть. Три новых сообщения. Первое сообщение. Харлан Вейт. Привет, Фил. Это Харлан. Я уверен, что Женевьева сейчас пойдет на все, лишь бы прикрыть свою тощую задницу. Скажем прямо, если она или ее люди сунутся в саркофаг, лучше сразу застрелиться. Она и так уже натворила дел, решив, что может просто явиться туда и начать все заново. Если она обратится к тебе за поддержкой, напомни ей, почему мы закрыли этот проект. Следующее сообщение. Женевьева арестит. Фил, как ты там? Это Женевьева. Что-то ты давно не появлялся у Морриса. Может, заглянем в райский уголок, когда все уляжется? Кстати, можно одну маленькую просьбу? Я знаю, вы с Харланом в хороших отношениях. Может, хоть ты ему объяснишь? Он не может простить мне, что я отправила в саркофаг тех несчастных. Как будто меня саму все это радует. Да, я ошиблась. Но почему теперь из-за этого должны страдать другие? Постарайся донести до него эту нехитрую истину. Следующее сообщение. Женевьева арестит. Привет, это Женевьева. Хочу напомнить, что источник доставлял нам немало хлопот еще задолго до этого ЧП. Раньше мне казалось, что этот объект можно восстановить или перепрофилировать. Но теперь я вижу только один выход. Полное уничтожение. Если у вас есть другие идеи, с удовольствием их выслушаю. Если нет, не мешайте мне работать. Сообщений больше нет. Ну, хотя бы она решила, как бы, по логике. То, что невозможно подчинить, нужно уничтожить. Да. Я ее поддерживаю. Твою мать. Технические работы. Fucking shit. Еще солдаты будут, да? Где? Тут бронированные стекла поставили. Твою мать. Так, еще кое-что по источнику. При создании прототипов использовался некий исходный материал. Судя по всему, речь идет о чьей-то ДНК. Кто именно был донором, не указано, но я думаю, что это Харлан Уэй. Все-таки автор проекта. Да нет, мужик. О, чисто. Что там? Что рисует? Ты меня раздражаешь. Нифига себе, он бронированный. Она технологична, на. У них бронированные ксероксы. У них бронированные ксероксы. Нам конец. Это фак, что такое? Ух ты! Какая интересная у вас штучка. Какая интересная штучка. Еще будут такие интересные штучки. Я так понимаю, нам не сюда. Ага. Вижу.
Ну, залетай. Еще будут? Внизу? Нету. Мне сюда? Похоже. А может и нет. Но я все-таки попробую. Нет, мне не сюда. Сука. Ну иди сюда. Иди, иди. Блин, да так на них аптечек не напасешься нафиг. Куда дальше? Туда? Серьезно? Ой, что-то стрёмно мне. Так, улетает. Я правильно стреляю? Нет, я неправильно стреляю. Бывает. Опять же, из-за этих, как их зовут, брызг вот этих вот всяких эффектов оптических, не видно перекрестия иногда. По-моему, не сюда, да? А туда я не попадаю, да? Нет, капец. Нет, нам мы еще живем. Единственное, что плохо, у меня опять же кончаются патроны. Это печально. Если мне в ближайший момент не дадут нескольких солдат, как бы. Что это мне дает? Нифига это мне не дает. Да здесь что? Ничего. Дайте патронов. Патроны кончились. Твою мать, совсем кончились. Туда? Я что-то не хочу. А, опять ты. Ладно, давай, залетай сюда, короче. Не хочешь? Похоже, что не хочет. Где ты там? Где оно, это чудо техники? Смотри, попадаю из дробовика. Ну, тогда это, в принципе-то, как бы, жить можно. Если я... Я думал, что я из дробовика хрен попаду. Из-за разброса. И, наверное, туда куда-то. Хоть пистолет бери, ёпт. Как все печально по патрончикам. То. О, вот и патроны.